Всем привет, друзья! Готовлю обед. У меня варится рис. Здесь у меня свининка порезана кубиком. Лук, перчик из заморозки. Он почти что оттаял. Помидорку я уже почистила тоже. Так, чесночок, соль, перец. Томатную пасту сейчас достану. Так, томатную пасту. Ну и все. Масло немножко. Приправки. Приправку я буду использовать свою сухую. И положу ему. Опа. Итальянский он у меня любит. И здесь у меня приправка своя. Вот. Прямо ароматище. Сейчас все буду, значит, я резать и обжаривать. Это, конечно же, я делаю Мишке. Дедушка это есть не будет, муж у меня. Ну, может, я попробую. Так, что? А, доску. Думаю, что я хотела? Досочку взять. Маленько разобралась с рассадой, поливала. Солнца нет. Так скучно прямо без солнца. Лучок кубиком порежу. Так, ну что, мы сейчас нальем масло. Ну, я думаю, хватит. И поставим. Так. На огонь. Так. И сначала я закину мясо. Все, я порезала. Перец, помидор, лук, томатная паста, все. Соль, перец. Вот такие мне внук подарил баночки. Они были без дырочек. Муж мне сделал вот так. Очень хорошо. Я говорю, надо же, знает, что дарить. Вот. И будем обжаривать мясо. Сейчас я закину чесночок и лучок. Так. Мясо хорошо обжарилось у нас. Сейчас поджарим лучок до прозрачности. Я поперчу. Посолю. Пока. Минуточек 5. Пообжариваем, будем дальше закладывать. Сейчас мы закинем наши овощи. Замороженные. Положим томатные пасты. Чуть-чуть пообжариваем. Ой, какой аромат идет вообще. Это перец, помидоры. Девчонки, сами знаете. Так. Так.
конечно же, я налью чуть-чуть воды, потому что нам надо, чтобы наше мяско поварилось. Приправки мы потом будем закидывать. А может, пока не буду воды, наверное. Или налить. У меня, видите, эти-то еще не разморожены. Ладно, пока не буду. Сейчас я закрою крышечкой. И убавлю огонечек. Пусть поварится минут 15-20. Ну, мы будем смотреть. Если что, добавим водички. Посмотрим. Я добавлю песочка для вкуса. Я всегда добавляю для баланса вкуса, чтобы... Потому что здесь томатная паста. Вот. Не надо никакой воды. Пробуйте на соль. Я продолжаю еще тушить. Как вкусно! Вообще вкусно. Сейчас я отправляю наш рис. Я попробовала, он немножечко, ну, нормально, в принципе. Ну, я так думаю, что как вроде надо ему еще вот в этом соусе повариться. Сейчас я сюда добавлю наши приправочки и все. Девочки, вы представляете, я тут рассказываю, а у меня телефон-то не включен. В общем, рис я заложила, воды не добавляла, рис у меня отваренный. Положила итальянские приправки, травки итальянские. И вот не знаю, там, знаете, выходит такая фигня, и телефон это останавливается. И свои приправки, короче, все перемешала. И сейчас оставлю до готовности. Оно под крышечкой. Тут еще жидкость есть от овощей. Ну и будем пробовать. Можно и сейчас попробовать, кому что не хватает. Соль, может быть. Я возьму сейчас ложечку. Ложечку возьму вот. Попробую мясо. Попробую рис. И закроем крышкой. Огонечек небольшой, ниже среднего. Вообще идеально. А нам на обед я сварила сегодня с мужем. Супчик. Знаете какой? С плавленным сыром, с колбаской. Горсточку вермишельки кинула. Вот такой. Картошечка. Лучок обжарила и все. У нас там есть курица со вчерашнего дня. Так что супчика свеженького похлебать. Это можно сказать все. Можно выключать. Блюдо готово. Девчонки, очень вкусно получилось. Муж Саша у меня спрашивает, что ты кому готовишь? Я говорю, тебе. Я такую, говорит, бурду есть не буду. Я говорю, а что спрашиваешь, не знаешь, что ли, кому? Мишка. Вообще идеально. Соли, все, 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 все.
Мяско вроде готово. Что у нас? Свинина же быстро тоже. Ну вот, такой у нас обед. На ужин. Миша это же будет есть. А у нас еще есть пюре и голень. Все. И торт будем доедать. Ой, ну торт вообще вкуснятина. Ну вот, наш обед, ужин, супчик и вот такой вот рис с мяском. И супчик очень вкусный. Там маленькая вермишелька. Так что всем приятного аппетита. Готовьте, пробуйте. Кому-то может идея. Бывает ведь так. Ну, что приготовить? Ну, не знаю я, что приготовить. На этом я буду прощаться с вами. Девочки, мальчики, всем пока-пока.